Привет, братцы рыбаки. Недавно на рыбалке увидел у одного дедули очень оригинальный сигнализатор поклевки, который очень мне понравился. Сейчас я попробую его воспроизвести, заодно покажу вам, как это делается. Итак, для его изготовления мне понадобится кусочек 20-й металлопластиковой трубы. Заранее отрезал вот уже кусочек 5 сантиметров длиной. Пробка из-под бутылки пластиковой. Трубка металлопластиковая входит как раз вот в этот бортик. Вот так вот получается вот такой грибок. Ну и также понадобится немного инструментов. Сейчас все увидите. Практически у всех спиннингов первое пропускное кольцо 23 миллиметра. То есть вот я мерил. Оно у всех одинаковое. Поэтому такой сигнализатор поклевки будет универсальным и подойдет к большинству спиннингов. Для начала выравниваю края. Я это делаю с помощью обычной отвертки. Вы это можете сделать любым подходящим для вас способом. То есть вот такая вот заготовочка у меня получается. Теперь надо при помощи изоленты утолщить один край, чтобы пробочка накручивалась на изоленту. Такая вот мне широкая изолента не нужна. Поэтому я ее сейчас разрежу повдоль на тоненькую полоску. От края отступаю примерно размер вот этого бортика и накручиваю. В итоге вот что у меня получилось. Я изолентой просто догнал диаметр трубки под диаметр пробки. Вот такая вот балда, которая плотно входит. Теперь мне нужен клеевой пистолет. Сейчас он нагреется. Продолжим дальше. У кого нет клеевого пистолета, в теории можно просто это все сделать одной изолентой. То есть начиная от края, делаете ближе к краю, где будет у вас одеваться пробка, утолщение в виде конуса. И этого будет достаточно. Я просто хочу это сделать красиво. Итак, клеевой пистолет нагрелся. Теперь можно вот эту вот часть аккуратненько промазать. Также можно промазать изоленту и вклеивать пробочку. Вот такой вот грибочек у меня получился. Теперь при помощи того же самого клеевого пистолета сейчас надо вот с этой стороны сделать конус к центру. Намазываем и аккуратненько пальцем, смотрите, не обожгитесь, так вот это дело все проводим. То есть, вот, примерно вот что-то такое должно получиться. Ждем, когда остынет. Когда заготовка остыла, примеряем ее в кольцо. Если она сидит жестко, не болтается ничего, то вставляем так. Если она где-то болтается, добавляем, значит, еще на конус немного клея. Либо если у вас нет клеевого пистолета, подматываете изоленты, чтобы она сидела жестко при транспортировке, чтобы вот так вот она была, никуда не делась. Продолжаем дальше. Дальше вот здесь вот по центру пробки нужно наметить и проколоть отверстие. Тут уже пимпочка есть, так что даже размечать не надо. Сразу прокалываем и расширить его с помощью дрели и кто как хочет. Вот что получилось. Сейчас нагреется паяльник. При помощи его я нагрею вот этот край и завальцую при помощи отвертки его вовнутрь. И можно считать, сигнализатор будет готов. Аккуратненько вставляю жало вовнутрь и краешки потихоньку подплавляю круговыми движениями. Когда пробка прогрелась, теперь беру отвертку, вставляю туда и вот так вот развальцовываю. Вот что получилось. Эту вот лишнюю часть аккуратненько сейчас срежу. Можно также еще обработать немного наждачной шкуркой, чтобы была поверхность гладкой и немного завальцованной. Практически сигнализатор поклевки уже готов. Теперь мне остается его только покрасить для большей эстетики. Сейчас я это сделаю и увидимся, когда это все высохнет уже. Вот низ покрасил черным лаком, сейчас подсохнет,
саму пробочку покрашу красным ярким лаком, чтобы было лучше видно. Пока сигнализатор поклевки сохнет, небольшой для вас лайфхак. Не на всех спиннингах, вот в частности вот на моем Shimano есть вот здесь вот зацеп для блесен на крючков. Я сделал это вот таким вот способом. То есть взял обычное заводное кольцо и через стяжечку прицепил его. Пользуюсь уже довольно-таки давно, очень надежно и практично. Выясню, для чего я так красную пробку покрыл еще сверху лаком. Этот лак очень хорошо на воде заметен. Он от солнца отражается и как будто светится. Поэтому, в принципе, это делать не обязательно. Но я для себя так вот покрасил. Ну вот, сигнализатор готов. Теперь осталось показать вам, как им пользоваться. На самом деле, я думаю, вы уже догадались. На самом деле, все очень просто. Вот так вот сигнализатор выглядит. В нерабочем состоянии для транспортировки, то есть вот он жестко сидит в кольце в первом спиннинга. Вот вы приехали на берег, закинули спиннинг, его вот так вот вытаскиваете, вот так вот он уже в заряженном состоянии, то есть поклевки. Если рыба леску ослабляет, он опускается соответственно вниз, если начинает клевать, он у вас дергается. При подсечке, когда засекли рыбу, возвращаете его в исходное положение и спокойно уже вытаскиваете. То есть вот такой вот нехитрый, довольно-таки простой и оригинальный получился сигнализатор поклевки. Вот такая вот простая и интересная вещица у меня получилась. Сейчас покажу поближе. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки, пишите что-нибудь в комментариях, почитаю обязательно и отвечу. Подписывайтесь на мой канал и до новых встреч. Всем пока!